Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами вновь продолжаем тему миграционной политики. И в этом выпуске мы рассмотрим меры, которые готовы принять нидерландские политики для того, чтобы ограничить поток нелегальной миграции в страну. Партия, ультраправая партия под предводительством Герта Вильдеса в Голландии заявила о том, что хочет объявить национальный кризис миграционной политики. Если им удастся объявить этот кризис, то в обход на голосование парламента они смогут продвинуть также целую серию законопроектов и мер, ограничивающих нелегальную миграцию в страну. Министр миграции Голландии Марджери Фабер сказала, что мы принимаем все меры для того, чтобы сделать Голландию менее привлекательной страной для мигрантов, ищущих здесь легкой добычи денег. Естественно, сказала она, Европарламент, как и все ЕС, может быть этим недовольна. Но, согласно законодательству Голландии, есть некоторые исключения, которые помогут, надеется Марджери Фабер, им осуществить такие меры ограничения миграционной политики. Также в ближайшее будущее ожидается принятие закона, вернее, начало работы над законом, который будет называться антикризисным законом и сможет дать возможность приостанавливать рассмотрение заявлений на предоставление убежища сроком до 2 лет. То есть, таким образом, получается, голландские власти смогут ограничить поток мигрантов, потому что, ну, кому захочется сидеть где-нибудь в лагере, в палатке на морозе, на холоде 2 года подряд и ждать позитивного или отрицательного решения по своему вопросу. Ряд мер также ожидается. Ряд мер по ограничениям иммиграции в страну, а также мораторий на новые заявки от приезжающих мигрантов. Что входит в ряд этих ограничительных мер? Ну, во-первых, партия Герта Вильдерса хочет ограничить или даже, скажем так, наложить запрет на воссоединение членов семей с теми людьми, которые уже получили политическое убежище в стране. Это также остановит поток нелегальной миграции и даст возможность контролировать тех, кто уже находится в стране. Немецкое правительство, в частности, Союз, ХДС, ХСС, а также партия «Альтернатива для Германии» считают такие меры, если они будут приняты в Голландии, вполне возможными и допустимыми для немецкого государства. И они также выступают за то, чтобы разработать антикризисный закон, ограничить поток нелегальной миграции и принять целый ряд мер, не только по укреплению и усилению охраны государственной границы с соседними государствами, но и ограничить возможности этим мигрантам после того, когда их все-таки примут в страну и дадут, пускай даже временный вид на жительство, называемый статусом терпимого, возможность получать денежные пособия. Чем меньше мигрантов будут получать такие пособия, тем больше будет порядка на границе, тем меньше будет идти поток нелегальной миграции, потому что, ну, кому захочется приезжать в страну, в которой тебе сразу скажут буквально с первых дней твоего пребывания, ну что, браток, выспался, покушал, а теперь иди работать, если хочешь зарабатывать деньги. Просто так в нашей стране никто денежек давать вам не будет. Естественно, Аннелена Бербок и Нэнси Фезер, каждая со своей колокольни, начинает выступать против заявления Альянса и партии АДГ о том, что если в Германии такие меры будут приняты, то это будет вызывать прямую дискриминацию прав человека тех людей, которые ищут политического убежища. Тем более, что Европарламент может этого не допустить.
Ну-ка, напомните мне, кто сидит в Европарламенте, кто председательствует комиссии Европарламента? Правильно, Фурсула фон дер Ляйен. Да, именно так. И естественно, как она уже несколько месяцев назад обвинила Германию в дискриминации мигрантов и чуть ли не подала в суд на Германию, это на ту страну, из которой она происходит. Неудивителен будет тот факт, что она может запретить Германии принимать такие меры, ужесточающие поток нелегальной миграции. Также в Голландии, в парламенте, очень многие оппозиционные партии, когда они узнали о том, что правительство хочет ввести антикризисный закон, ограничить поток нелегальной миграции, ввести ряд мер, контролирующих и пресекающих пересечение государственной границы нелегальными мигрантами, естественно, они возмутились и сказали, что это нарушение прав человека. Опять-таки, кто кричит больше всего о нарушении прав человека? Естественно, партии зеленых и партии социал-демократов, которые только и видят перед своими глазами зеленые бумажки в виде долларов и глобальное государство под названием евроислам. Другими словами, это не назовешь. Только так и можно сказать о том бардаке, который происходит у нас сегодня в Европе. Не только в Германии, но и в Голландии, в Бельгии, во Франции. Во Франции это длится уже, по-моему, лет 40. Когда приезжаешь в Париж, выходишь из автобуса, елки-палки, ты попал в Марокко. Нет, ну просто так. Это на самом деле так. Это на самом деле так. Но так вот, возвращаемся к миграционной политике. Многие немецкие политики шокированы заявлением своих голландских соседей, но против правительства, если оно примет такое же решение по ограничению мер, по ограничению пересечения государственной границы, уже не попрешь. Многие политики, многие партии, которые стоят за то, чтобы удалить все границы, всех принять в страну, благо денег у нас хватает, они будут этим шокированы, если уже сейчас они не шокированы. И, кстати, почему они так поступают? Да потому что неважно, кто они, кухарки, дворники или садовники они, особенно имеется в виду партия зеленых, все те, кто заседают в Бундестаге на должности депутата от этой партии, через 4 года потом они уходят на такой пансион. Не пенсион, а пансион, пожизненно получая ежемесячно от 10 тысяч евро и выше. Хорошая пенсия, как вы считаете? Хорошая. Простому гражданину Германии, который отработал 40-45 лет, средняя пенсия будет начислена в размерах от 1200 до 1500 евро в месяц. А чтобы получить такой пенсион, как у этих депутатов, 4 года ковырявших пальцем у себя в носу и придумывавших какие-то обредительные законы, ну, наверное, придется работать лет 450-500, чтобы дойти до такого количества денег. А оказывается, депутатам достаточно 4 года просто так биться головой о стену, кричать, что все вокруг канальи, а не одни д'Артаньяны. Достаточно только 4 года. И тогда хоть, как говорили раньше, после нас хоть потоп или хоть трава не расти. Главное, что они добились своего и получают 10 или 12, а то и 15 тысяч евро в месяц своего пенсиона. Как они говорят, честно заслуженного тяжелым политическим трудом. Особенно это Аннелена Бербок. Она и так в своей партии хорошо зарабатывала, а тут еще после того, когда их всех попрут после новых выборов в Бундестаг, она только разведет руками и скажет, ну, основная цель достигнута. Я теперь буду получать ежемесячно минимум 15 тысяч. И этого достаточно. Все. То же самое скажут абсолютно все политики, все министры, которые находятся сегодня у власти, сегодня сидят в креслах, когда они послетают со своих мест. Но дело не в этом. Дело не в том, что они послетают. И даже дело не в том, какие деньги они будут получать после того, когда они уйдут от насиженных мест. Дело в том, что сейчас нужно менять законы, сейчас нужно принимать целый ряд ограничительных мер, чтобы сократить нелегальную миграцию в страну. Вот посмотрите, обычный факт.
За год, только за один год, в Германию приезжает примерно 350-370 тысяч нелегальных мигрантов. Многие из них получают статус беженца, многие получают статус терпимого, и те, которые получают статус терпимого, сидят в этих лагерях. Ну, обязаны сидеть в этих лагерях, естественно, нигде не работая и ожидая решения по своему вопросу. Выдворяют, депортируют из Германии за год максимум 270-300 человек. Это по официальным данным. Бавария, Саксония умалчивают те цифры, которые они, можно сказать, удесятеряют за год, если их добавить к официальной статистике. То есть в Баварии ежемесячно примерно 150-200 человек выдворяется постоянно, в Саксонии около 160-170 человек, а по всей Германии официально статистика гласит, 273 человека только за прошлый год было депортировано нелегальных мигрантов и радикальных исламистов. Я так понимаю, что как-то в шутку я в одном из видеовыпусков сказал, что надо установить на всех пропускных пунктах на границе имбиз-буды, ну вот эти вот будки с жареным мясом, и пивные ларьки. И всем вот этим нелегальным мигрантам, которые пытаются приехать к нам в страну. Кстати, вы видели, вот сейчас шел видеоряд, посмотрите еще раз, в одном таком маленьком бусике сколько человек мигрантов, они там что? По-моему, около 30 человек, они что, всю дорогу стояли, вот сколько там, пару тысяч километров они стояли. Это невыносимые условия. Люди готовы положить свое здоровье на то, чтобы только достичь Германии и получать здесь пособие. Ну так вот, возвращаемся к этим имбиз-будам. Установить на границах, на всех пропускных пунктах такие будки и пивные ларьки, и всех этих мигрантов, вот допустим, из этого белого бусика всех вытащили и сказали: так, ребятушки, вы хотите политического убежища в Германии? Хотим, отлично. Давайте, вы устали, вот лавочка, вот столик, садитесь за стол, на лавку. Сейчас мы каждому из вас, грильхаксен, это свиная рулька, грильхаксен или айншницель, пару банок пива, темного желательно, пшеничного, темного, или есть такое хорошее пиво, трюбасбир. И запишем все это на видео, как вы кушаете. Если они скажут, что нам не позволяет религия, ребятки, а ничего, что вы со своей религией приехали в христианское государство, которое не приемлет, не то, что не приемлет, терпит другие религии, в отличие от ислама, который не приемлет содружество, сотрудничество и соседство с другими религиями. Он пытается их просто-напросто выжить с насиженных мест, заняв все собой. И вот когда эти мигранты, мусульмане, приехавшие в Германию, задокументировав все это на видео, съедят свиную рульку, наедятся шницеля, напьются пива, а там еще сверху дополнят это доппелькорном, докажут свою лояльность немецким традициям, немецким законам, тогда, пожалуйста, они могут приехать к нам в гости. Как говорили раньше от партии АФД, Фристу Швайн, да, в Стурае, но по-другому никак. Ну вот такие вот у нас на сегодня были новости. Да, конечно, может быть, кому-то это кажется смешным, кому-то нет. Но тут мне одна женщина написала: вот ты такой нудила, ты такой... Нет, она написала действительно нудила, нудный. Она не сказала нудила. Нет, такого не было. Она сказала, что она поставила скорость на 1.75. И тогда получился видеовыпуск, как у нормальных людей. А так я мямля. Ну, для кого мямля, а для кого нет. Вы можете просто даже сейчас убедиться в том, какой будет звук, если, к примеру, вы поставите скорость на своем видео на 1.75 или на 2, чтобы повеселиться. Но если я смог даже таким выпуском доставить вам удовольствие и привести вас в веселое расположение духа, значит, цель этого видео достигнута. Ну и, конечно же, не забудьте о подписке на этот канал, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех событий у нас на канале и получать уведомления о тех видео, которые вы еще не видели, и о тех видео, которые только-только выходят. Есть еще одна возможность стать абонентом канала. Для абонентов канала у нас есть некоторые видео, которые для простого зрителя с мягкой мнительной психикой недоступны. Естественно, эта абонентская плата стоит, по-моему, только 2 евро в месяц, не больше.
Поделитесь видео с друзьями, оставьте свой комментарий. Ну и, конечно же, не забывайте почаще заходить к нам на канал. И да, не болейте. Это самое главное. Как говорили раньше, было бы здоровье, остальное будет. Ну что ж, всем удачи. Пока.